перетащили трактор. Ставит кабину. Блять. Иди, пускай он вылазит. Он вылезет вдвоем, а я подам. А? Конечно, его надо выше поднять и опустить. А будете держать, его надо выровнять, чтоб чуть вперед он был. Сейчас. Thank you.
Ну, тут Игорю я популярно, без лишних громких слов, объяснил, что надо было делать. Они поняли ценные указания и принялись за работу. Так что как-то вот так.
глушится. Игорь, а что он не глушится? Глушится. Да? Глушится. Он меня не глушится. Не знаю, я подвязал. Ну и здесь пошло нецензурное выражение, как бы. Вот так. Монтажечку, да? А то нету. Монтажечек. Че, наварили? Ну, суп, кашу, что там? Плов. Что-то не пойму. Типа к этому. К финишу, да? Иди сюда, что я нашел, блядь. До финиша еще у нас далековато. Финиша еще далековато. Сварили так, а где она держится-то? На чем она держится-то? Подушки ставь передние, будет видно. Передние-то проще поставить. Ну и да. Ну их вроде завтра поедет, да? Как ты орал-то? Когда поедет? Завтра? Серег говорит, самый новый трактор, да? Серег. Что ты делаешь ты, бля? Ковырнуть его хочешь, что ли? Так, Игорек, ну скажи, что здесь неправильно сделали? Оцени. Не поймешь, да?